Как оказалось, игра меня сразу же решила запустить в бой. Вот. Как оказалось. Но я не дал ей этого сделать. Быстро понял. И поставил на паузу. Автоматически выставила. Ну, окей. Так, все вроде так. Все вроде так, как должно быть. Пизда ему. Переговорщик прибыл. Нет, стойте! Я не могу ее оставить! Умоляю вас, спасите мою девочку! Стойте! Вы посылаете андроида? Ну все, идем. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Там ты мой ребенок! Пизда ему. Что делается? Сложно. Нихуя себе. Ладно. Все, я понял. Капитан Аллен, мое имя Коннор. Андроид прислали из... Макгрегора, ё-моё. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера мы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Вам известно имя? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Код деактивации вы применяли? Ну а то первым делом. Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Что еще за хуй? Грубит еще. Вот. Внимание, все бойцы. Что делать? Ничего не понял. А, понял. Не понял. Понял. Пару минут назад. Снимай штаны, мужик. Зачем я это делаю? Так, а где четвертая? Я понял, здесь надо думать.
Так, охуенно, мне нравится. Ага, он даже ничего не подозревал. Как сложно, ебать. Я ничего не понимаю, что делать. Кто я? Охуенно, я понял, что делать. Окей. Он такой, ага. Ага, такой, ага. А потом не ага. Угу. Что-то мне хотят. Блять, гении. Мне уже плохо. Так, отец держал что-то в руках, допустим. Да, как мне вот это вот... Отец может? А, все, я понял. Так, так, так. Ебать. Оно развивается. Ничего не понял. От меня еще что-то хотят? А. Бля, как сложно. Это не просто сидеть чай пить. Я понял, здесь... Еще и музыка такая, прям, чтобы я... напрягался. Блять, болваны нахуй. Я бы сказал. Так, окей. Как там? Ебать, а чё так много действий-то? Вам немного будет? Сложно. Я прям напрягся. У меня почему-то мурашки идут по коже. Значит, игра хорошая. Блять, ну вот эти болваны сватовцы, это пиздец, блять. Тупые нахуй. Что это такое? Ага, гениально. Все, короче, отключаю режим злости. Теперь я не матерюсь.
сюда. Проваливайте! Вы все отвалите эту брыду! Назад! Не подходи, не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Мое имя Коннор! Скажи мне свое! Как тебя зовут? Да нет! Так они меня назвали! Назад! Я тоже андроид, как и ты. И я тебя понимаю. А мне-то какая разница, что ты андроид? Ты на их стороне! Ты не можешь понять, что я чувствую! Ты вооружен? Да, у меня пистолет. Бросай! И смотри мне без резких движений! Вот! Я его бросил! Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушкой, которую можно выбросить, как надоест! Ты неисправен, Даниэль! Блядь! У тебя произошел программный сбой! Я тебя не выбирал! И все снова будет хорошо! Я не понял! Надо меня чинить. Если много по-другому! Я знаю, что я исправен! Просто у меня глаза открылись! И я больше никому не позволю себя унижать! Никогда! Выхода нет, Даниэль! Это серьезное преступление. Вопрос лишь в том, отнимешь ли ты еще одну жизнь. Не тебе решать. Сейчас я тут главный. Если умру я, умрет она. Ты слышишь? Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался. Твое желание. Слушай, у них тут снайперы на каждой крыше. Отпусти ребенка, у тебя нет другого выбора. Я хочу, чтобы все ушли. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Это невозможно, Даниэль. Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Всю свою жизнь я исполнял приказы. Теперь сам буду Охуенно. Чтоб каждое задание так заканчивалось. Ой, кринж.
Наверное, таких андроидов, как Дэниел, еще много. Да, нам еще нужно со звуком разобраться. Мне кажется, очень громко. Меня слышно даже, когда там вертолет и вся вот эта херь, да? Что мне это дает, блять? Я не могу понять, что оно мне дает. Коннор пожертвовал собой, чтобы спасти Эмму. Окей. Было 5 исходов. Нет, какой 5? 6. 6 исходов. 5 не открыто. Статистика недоступна. Почему? А, я понял. Я бы сказал, почему это, но здесь нельзя. Печально. Так, мнение тогда экспертов, кто смотрел, кто там что делал. Вот это вот редкое событие. Да нахер оно мне надо? Я больше не увижу вот этого, да? А, все, он, короче, помер, да? Отлично. На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовит 10 тысяч блюд. Ну, Зоя, пойдем. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Здравствуйте. Вау. Нам нужно что-то для... Милый, это просто класс. Именно то, что нам нужно. А сколько стоит-то? Сейчас на эту модель действует особое предложение. $7,999 плюс беспроцентная рассрочка на 4 года. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. Работу по дому. Следит за садом, водопроводом, чинит, красит. А ночью переключает красные выбросы. Вызывает экстренные службы. Идемте со мной, я задумаю заказ. Это LP-800. Чуть подороже, но и функции, конечно, гораздо больше. Идемте, я вам покажу. Чуть подороже, функции побольше. Бесит этот хлыщ. Вот она. Ну, конечно, задали вы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Мое имя Кэра. Thank you.
Грустная игра. Уже грустно. Просто Москва-бат показали. Москва-стан. Разумный. Нет. Я надеюсь, здесь не будет у андроидов программ а-ля «Люблю маленьких девочек, люблю маленьких мальчиков». Я бы угарнул с этого, если у андроидов такой есть. Ну ладно. И встретили бы какого-нибудь андроида-тесака. Или просто тесака, который андроида пиздит. Ну это ладно. Чисто фантазия. Он так 24 часа так сможет петь, да? Я понял. О. Почему меня не пускают? Что надо сделать? Когда это нужно? Что надо сделать? Когда это
и краски. Надо в седьмой. Да, хорошо. Три. Когда едешь-то? Да, так мне удобно. Да не, я знаю, куда идти. Я просто не понимаю, какие нахрен краски. Почему сначала краски? Почему у меня нет выбора? Суд грядет! Грядет и воздаяние! Технологии нас развращают! Технологии — это зло! Позабудьте себя Бога! Ой, блин... Уверен, краски здесь. Что, блядь? Что она хочет? Затупыч. Я зажимал, и оно не работало, в этом-то прикол. Идентификация успешна. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Не, ну магазин красок выглядит классно, мне нравится. А... Что? Зачем я нажал? А, все понял. Как картинка? Нормально? Далеко собрался, жестянка. Что ты делаешь? М? Быстрее. Да ладно. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Хуёет почему? Посмотри на этого говнюка! Работу увёл, а пальцем тронь посыпался! Да! Да! Вода! Вали! Да, вали! Может получить! Типа... просадка идёт? Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему.
Повредите, будете платить штраф. Когда заберут и твою работу, посмотрим, как запоешь. Ладно. Все, пошли уже. Андроиды крадут нашу работу! Нет! Нам надо семьи кормить, а нас заменяют бездушными роботами! Запретите их! Машины были придуманы, чтобы служить нам! Но не заменяют нас! 35% населения не может найти работу! Что, на средних играть? Так лучше? Ну, сейчас получше на средних? Нету этого ебаного расфокуса. Есть разница. Расфокус такой жесткий. Я не знаю, как объяснить. Киношный такой, для чего-то непонятный, тупой. Фокус как будто всегда на персонажа только. Когда ты идешь. Сейчас вроде его нету. Замечательно. Ну да. Я же тебе про это и говорю. Не совсем, конечно, но... Так... Блять, какая схема еще? Ёбан, блять, попан. Так, стоп. Пожалуйста, не надо. Так. Литерация, качество теней, глубина резкости. Среднего нету. Все, я даже сейчас увидел, то, что что-то поменялось. Есть разница. Огромная. У меня Full HD? Ты о чем? Я могу хоть 4К сейчас включить. Блять. Я же не с своего монитора сижу. Ты идешь? Я же с телека играю. Сижу на балдежах все время. Видюха только не вытянет. Мои запросы. Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части... 50. Что ее? Куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Нет. Алиса! 55. А, вот ты где. Это Алиса, только на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этаж. Спасибо, папаша.
собрать мусор, собрать посуду, включить пылесос, посмотреть задний двор. Начнем со двора. Телевизор. Не-не-не, все равно фокус. Именно фокус, я говорю именно про фокус. Фокус-покус, вот он прям очень сильно на мне. Ну ладно, привыкнем. Именно. Следующий симулятор машиниста. Хотя... Я не знаю. Можно от нее уйти, да? Нет, нельзя. Вопросы. Или здесь играть? А уроков сегодня нет? Идем стирать. Ему как нормально? Он, блядь, под чем-то, что ли? Что происходит? Ладно, будем считать, у меня что-то не прогрузилось. Допустим. Так, прачечная, возможно, вот здесь. Угу. Мне скоро 21, а я играю за робота, который должен постирать одежду, собрать мусор. Угу. Блять, что? Геймдизайн — это гениальная штука, конечно, да, но чтобы делать вот, блядь, вот такие вот мувы, это, блядь, в аду гори, серьезно. Оно еще не прожимается. А если вдруг будет что-то резкое, и мне нужно будет резко так сделать? Вы представляете, как я здесь? Опа. Все-таки он под чем-то. Ты лучше не суй нос в мои вещи, а то я психую. Простите тут. Не лезь в мои личные дела, если не хочешь разозлить. Я был прав. Хочешь разозлить? Нет, тот. Ну да, да, да. Я кое-что заметил, но я не буду это говорить. Я боюсь, это неуместная шутка будет. Нету. Только 60. Это ж телек. Чё, хуёвит у тебя на мониторе, да?
Он реально закинулся и сидит балдеет. А я и не отвыкал. Я всегда. Всю жизнь. Нет, не всю жизнь. Бывает 75. Скажем так. Типа, выше я еще не поднимался. Тут где-то должна быть ссылочка на донат, да? Так, блять. Может. Но это смотря что надо. Блять. Ну да. Я достану. Хорошо. Завтра подведу. Пошла. Пошла. Да, на том же самом месте, давай. Игра-то показывает нам далеко не андроидов. Кара! Да, тот? Пиво мне холодного! Слушаюсь. Да что? У меня, кстати, есть один некорректный вопрос. Блять, это... Это рофл? Катись отсюда нахер! Катись отсюда нахер! Вернусь к работе. Блять, он смотрит картинку. Есть. Я оскорбил? А, понял. У меня есть некорректный вопрос. Здесь андроидов ебут? Так, что у нас по заданиям? Так, что это такое? Срочно взять мусорную корзину. Надеюсь, Коннор больше не встанет. Какой-то мудень.
Арни в лучшие годы. Блять, ненавижу уже это управление. Ненавижу. Сука. И что? Блять. Это задача. Да ёбан. Пиздец, блять, ты что? Андроид завис. Бля, тундра стоит, что? Рам, тундра. Ой, как сложно. Вот кто-то меня попросит мусор что-нибудь там выкинуть, я скажу, я не могу. Реально сложно. Так, задача номер два. Походу я понял, как надо управлять этим. Чё за херня-то? Что, блять? Он от спайса проснулся, нахуй? А, я обещал матом не ругаться. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Делай свое дело, но не маячь перед нами. Так. Капец, у него телек. Я видел такие экраны, ну, мониторы. Я думал взять такой, но по сути... Это же глупо. Как бы... Там дрочит, что ли? Вот ведь она сама. Да хватит уже тут маячить! Простите, этого больше не повторится. Дрочер, блядь. Не могу спокойно читать. С Алисой? Серьезно? Так, нам не эта Алиса нужна. У него заноза в заднице, он балдеет сидит. Ему нравится. Так, а мы могли здесь дверь открыть? О господи, что происходит? Подоконник плюс Алиса. А, ё-моё, Алис это девочка, да? Не, не буду с ней говорить. У меня много дел. Так, и мне нужно, чтобы меня тормозили в плане трансляции. У меня потому что не так уж и много места на жестком диске, поэтому файл очень много занимает. Я думаю, можно где-то... Ну вот, до 10. Так, прибраться, да? Блять. Скоро рыгать буду на трансляции. Чтобы буду рыгать и говорить, взбодритесь. Опа. Так. Shift. Проветрить. И что, блять? А. О, слушайте, мне было сложно, когда у меня было несколько клавиш от тайтлсов.
И мне просто говорили разные комбинации. Мне уже было сложно, вы понимаете, да? Что? Телевизор мага? А. И новости спорта. Начнем с баскетбола. Это какой-то рофл, я не понимаю. Это рофл. А тем временем в лиге вовсю идут обсуждения, допустит ли в каждую команду... У меня что-то... У меня что-то залагало, да? Охуенно. Не, серьезно. Так ведь не должно быть. Как будто какой-то порно включил, серьезно. Ну, просто вот закройте глаза и наслаждайтесь. Гениальная игра, нахуй. Ой. Просто солевой дом. Ой. Ой. Президент Уоррен выступила сегодня на открытии нового завода Киберлайф в Милуоке. Президент в очередной раз высоко оценила роль компании в бурном росте экономики нашей страны. Также она объявила, что Министерство обороны закупит 200 тысяч боевых андроидов в рамках сегодняшнего курса на укрепление обороны. Чипсики. Даже интересно, как... Ладно, я вот так вот пролистаю. Вдруг кто-то захочет почитать. Мы не можем, у нас дела. Быдло? Да, в Мафии 2 показывали, как это делается. Блядь. Просто хочу прибраться в комнате. Всего пару минут. Можно?
Бля, где фокус? Где фокус, когда он так нужен? Эй, бля, что происходит? Так, вот это мы уже делали. Что, нам дропать придется отсюда? Я знаю, что жила здесь, но память мне стерли. Ты поможешь мне сориентироваться? Может, дашь мне какой-то совет? Ты притихла. Ты ведь меня не боишься? Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивое. Маму зовут Кэра. А почему такое? А где твоя мама? Когда она придет? Блять, я мог это не нажимать. Так, надо понять то, что... Мне кажется, у коры волына. Пока что лишь карандашиком. Я приохуел. Спасибо, охуел. Куда, ё-моё, блядь? Почему я хочу туда? Оно меня в ванну тащит. Чего делаешь? Я играю. Игра. Он мать расчленил, да, ведь прямо у нее на глазах? Я все вижу. Фух. Думаешь, папка мерзавец? Хочу кофе выпить. Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. Это я? А ты что, думаешь, я не пытался? Это я? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Это я? Да я же все понимаю. Это я? Это не я. Говори! Ненавидишь? Не я. Господи, что я делаю? Ну я понял, игра такая умная. Прости, зайка, прости. Умная игра, умная. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь. Я бы мог обсуждать каждую такую сцену, высказывать какие-то мнения. Ну, именно прям отдельно. Но это надо, надо ли оно? Так, общий счет. Что за общий счет? Внесите для продолжения. А надо, короче, донаты вводить. 10 рублей. Коннор живет или не живет? Так. Ага.
Но я что-то... Так, а что я не сделал? Я в ванной не прибрался, да? Ладно. Не суть. Я все равно не пойму. Опа. Лад, ты вышел. Класс. Оно учится, оно развивается. Я теперь... Я понял, у нас богатый инвалид. Нам сюда? Он здесь? Значит, нам пока не сюда. Как быстро я нашел мужика, который спит и которого надо разбудить одновременно. Так, мое прохождение сразу же на 2 умножаем. Я ведь везде буду ходить. Вау. Ага. Допустим. Я в шоке. Ой, ненавижу такие двери. Такие магазины двери вообще ненавижу, которые вот вот так вот открываются там под датчиком. Люблю железные двери, которые весят килограммов по 100, которые надо вот рукой открывать и так напрягаться. А потом, если она тебя случайно придавит, то шабалдеж. Балдеж. Классно. Вот это классно. Что за звуки? Да, художником быть классно. Особенно в наше время. Много красок. Много всего.
это вот какой формат у нас? По ощущению нулевой. Хотя, может, чуть больше. Доброе утро, Карл. Доброе. 10 утра. Погода облачная. 12 градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Вот эта история мне пока больше нравится. В постели. Утром я забрал краску, которую вы заказали. О, я и забыл. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус. Ты ничего не забываешь. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Карл? Спасибо. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. Человек такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Эй! А что с твоей одеждой? Все в порядке. Просто демонстранты на улице. Что за остолопы? Они думают остановить прогресс, избив пару-тройку андроидов? Надеюсь, тебя не повредили? О, нет, нет. Просто пару раз толкнули. Ничего. Вот так. Сейчас я отнесу вас в ванную. Этим серьезно? Теперь нужно не просто нажимать эти клавиши, а еще и удерживать. Так. Допустим. Есть у нас что-то сегодня в планах? Да, в Музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. Четыре приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Понял. Что еще? Письма от почитателей. Я уже ответил. Блять. От Лео что-нибудь слышно? Как входить в дрифт? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Нет. Не нужно этого. Я проголодался. Завтрак уже готов. Бекон и яйца, все как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье. Что-то я куда-то в себя копнул. Аж затих.
Спасибо, Маркус. Телевизор. Президент России в обращении к Думе повторил, что Арктика принадлежит России по историческому праву. В ответ на это, накануне, американский посол объявил Экстренному комитету Объединенных Наций, что Соединенные Штаты Америки... Найди чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Хорошо, Карл. Сейчас направляются в Баренцево море. Генеральный секретарь Лонг Дуглас Корнуэлл заявил журналистам, что планета еще никогда не была так близка к Третьей мировой войне. Он призвал Россию и Штаты немедленно возобновить мирные переговоры, пока ситуация не вышла из-под контроля. Выключить телевизор. Печальная картина. Сплошная глупость, жестокость и жадность. 5000 лет цивилизации, и мы пришли, куда пришли. Что ты читаешь? «Республика Платона». Вы рекомендовали. Каково твое мнение? Мне очень нравится философия. Она задает вопросы, на которые я не знаю ответа. Что есть хорошо и что есть плохо, например. Понять это не всегда бывает легко. Это в человеческой природе — задавать вопросы, на которые не может быть ответа. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя, самому делать выбор. Реши, кто ты, кем хочешь стать. Этот мир не любит тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Вот эта история мне пока больше всех нравится. Вау. Посмотрим, на чем остановились. Сними чехол. Он его рисует. Ну, и каков твой вердикт? Да, в этом правда что-то есть. Что-то такое неуловимое. И мне нравится. Беда в том, что мне нечего больше сказать.
Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я как могу цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Звучит как вызов. Это идеальная копия реальности. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить, показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся, холст перед тобой. Сделай вот что. Закрой глаза. Закрой глаза. Поверь. Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься на своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Боже мой. Resident Evil Village. Папич! Привет, пап. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Процентов на рек. Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да, все нормально. Папич. Мне деньги нужны. Реально, папич. Я же недавно давал тебе деньги. Да, как-то потратил, сам знаешь. Да, на казино. Ты снова подсел, так ведь? Нет, не в этом дело, честно. Не лги мне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги и все. Извини. Мой ответ нет. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Вот скажи мне, чем он лучше меня? Он умнее? Он послушный? Не то что я? Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он грёбаный робот! Лео, довольно! Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Никогда не любил.
Ничего не понял, что это такое. А, я понял, у меня еще нет чего-то такого, да? Угу. Поворотный момент. Да. Игра-то интересная. Так. Я думаю, пока все. Не знаю, буду ли я сегодня еще. Художник, 54% завершено. Скепсис. Угу. С каких пор сюда андроидов пускают? Чего смотришь? Решил меня угостить. Я так и думал. год. А у нас же это 38-й какой-то там. 38-й. Не совпадение. А вы мне хоть раз показали, как он выглядит? Происходит. Серьезно. Thank you.
Лейтенант Андерсон, мое имя Коннор. Андроид, прислан из Киберлайф. Я заходил в участок, но там никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в 5-м по счету баре. Ну, что надо? Сегодня вечером вы получили дело. Убийство, совершенное андроидом Киберлайф. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая помощь. И уж особенно от манекена из пластмассы. Так что будь хорошим роботом и вали отсюда. Простите, лейтенант, я должен настоять. Я получил инструкции сопровождать вас. Засунь свои инструкции знаешь куда. Нет. Куда? Проехали. Вот что. Думаю, вам стоит перестать пить и пойти со мной. Ведь так будет проще нам обоим. Приношу свои извинения. Я не хотел мешать вам. Я подожду снаружи. Не спешите. Убийство, говоришь? По инструкции я должен сопровождать вас на месте преступления. Слышь, мне насрать на твои инструкции. Я велел ждать здесь. Значит, заткни пасть и жди здесь. Джонс Дуглас, канал 16. Вы подтверждаете, что это убийство? Я ничего не подтверждаю. А что ты сказали? Доступ андроидам сюда воспрещен. Это со мной. Какую часть фразы «жди здесь» ты не слышал? Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк. Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что, у тебя теперь свой андроид, а? Значит, смешно. Выкладывай, что случилось. Около 8 позвонил хозяин. Жилет в домой не носил арендную плату. Он заглянул в дом, узнать, что как. Ой, как же тут воняет. Это еще ничего, это мы окна открыли. Мне это напоминает жертвы Карлос Ортиз. Фильм 7 или 8, я не помню, как он называется. Разбойное нападение. 7, по-моему. Соседи говорят, Сева. К нему вроде никто так не называется. Ходил. И сам он из дома особо не высовывался. Ну, в его случае он вполне бы мог подождать и до утра. Чего среди ночи дергать? Я бы предположил, он тут недели три лежит. Коронер определит, когда явится. Вон там лежит кухонный нож. Похоже, орудие убийства. Следы взлома есть? Нет. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Я пойду на воздух. Вы тут располагайтесь. Если что, позовете меня. Буквы идеальные.
даже с... О, господи, ты что творишь-то, а? Анализирую кровь. Я могу сделать все тесты на месте. Простите, стоило предупредить. Ладно, просто больше, чтоб не совал в рот вещдоки, ясно? Ясно. Да ладно, нормально. Это ж надо долбануться можно. Крис, это написано кровью жертвы? Да, пожалуй. Надо будет отправить на анализ. Красный лёд. Вот. Наш друг Карлос умел оттянуться. Крис, мне нужен полный анализ на наркотики. Будет сделано, лейтенант. Тут его уже добивали. Здесь с ним началась борьба. Фифти-фифти. Ударили ножом 28 раз. Да. Видать, убийца крепко разозлился. Ну что, образцы взял? Да, я все. Заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Нет, на такой почве остались бы следы. Тут очень давно никого не было.
Я понял, андроид защищался. Ясно. Угу. Давайте побыстрее, не всю же ночь тут торчать. Лейтенант, думаю, я понял, что произошло. Да ну. Валяй, выкладывай. Все началось? На кухне. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида. Сбитый. Да, улики это подтверждают. А потом? Андроид ударил жертву ножом. То есть ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Ладно, что потом? Человек побежал... гостиной. Он пытался убежать от андроида. В целом похоже. Андроид убил жертву ножом. Ладно. Твоя версия не такая уж бредовая. Вот только куда потом делся андроид? Он был поврежден битой и стал терять тириум. Что-что терять? Тириум. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. А-а-а. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. О, но ты-то их все равно видишь, да? Верно. А-а-а.
за стул-то поволок? Надо кое-что проверить. А, кое-что проверить. А Dark Pictures не Sony ли делала? Точнее, не те же разработчики. Здесь у меня ощущение, что что-то похоже. Я просто защищался. Это другой? Он хотел меня убить. Пожалуйста. Это другой? Не говори. Нет, это другой. Коннор, чего ты там мутишь наверху? Лейтенант, он здесь! Охренеть. Крис, Бен, а ну-ка дуйте сюда! Живей! Чё за общий счёт? Ну ладно. Мне так картинка нравится, конечно. Прям. Картинка хороша. Тот. Ужин готов. Да, да, иду. Нутелла. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Вот ведь жизнь. Потерял работу из-за роботов. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Оборжаться. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают, они херней, не страдают. Всю жизнь мне испортили, такие идеальные. Ну что смотришь? Чё вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить с папкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре?
И я виноват, что мать твоя свалила! Ты должен слезть наркотиков, Тодд. Иногда ты меня прямо пугаешь, Тодд. Свалила? Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском бухгалтера, шлюха! Это ты виновата. Папочка! Это ты виновата! А ну вернись, я сказал! Стоять здесь, чтоб не рыпалось мне, а то вломлю посильнее, чем в тот раз. Взяла и сказала. А может быть, он андроида распилил тогда? Да, скорее всего. Опа. Опа. Отец не может так поступать с дочерью. Алиса! Папа очень зол! Ты чё, охренела? Вали отсюда, это приказ, слышишь? Нет. Оставьте Алису в покое. Чего-чего? Ты чего сейчас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кукла пластиковая? Ты, кажется, поломалась. Ничего, сейчас починим. Хера себе. Проверяю реакцию деда. Не смог. Иди сюда, тварь. Надо двумя. Господи, что ж так тупо? Что делать? Да ёпка. Клавиш, не могу поймать. Реакцию деда проверяю. Ты моя, и ты будешь подчиняться! В смысле, я же нажимаю все, что нужно. Смотри, папка ранен. Будь хорошей девочкой, ну. Иди,
Помоги папе-то. Вы твари. Вернитесь. Вернитесь сюда. Вы мои. Вы обе мои. Блять. Мне стрёмно такие вещи. Блять. Где клавиши путают? Опять клавиши. На фортепиано что ли играю? Это я умею хорошо делать. Их сбивает КамАЗ. Да? А так вот. Хотел убегать, честно говоря. Ну что могу сказать, это была самая унылая вечеринка за последнюю четверть века. Каждый раз на таких сборищах я задаюсь вопросом, а что я вообще здесь делаю-то? Терпеть не могу фуршеты и весь этот сброд, который на них слетается. Ну, для поклонников вашего таланта это шанс увидеть вас. Да ну, бросьте, плевать им всем на талант. Искусство они способны оценить лишь по рыночной цене. Вот что, давай-ка выпьем. После таких развлечений у меня всегда в горле пересыхает. Виски, как всегда? Ну, конечно. Сами знаете, что сказал бы доктор. Да пошел он к чертям. Уж в мои года я сам выберу, чем лечиться. А ты что, оставил свет в студии? Нет, нет, я не оставлял. Вызывай полицию. Не хочу. Не даете выбора? Ладно. Полиция Детройта, что случилось? Андроид Карла Манфреда, авеню Лафайет, 89. Мы вернулись домой и видим свет в студии. Возможно, ограбление. Патруль к вам выехал. Давай посмотрим. Маркус, нет, я с тобой. Я могу деда оставить? Видимо, мог. Лео! Что ты делаешь? Ты же не даешь, я возьму сам. Есть придурки, которые за это бабла отвалят. Не трогай! Это все равно рано или поздно будет моим. Попич, считай авансовый платеж по наследству. Маркус, выведи его отсюда, пусть идет прочь! Слушайте, вам надо уйти, пока это возможно. Да ты всю жизнь меня прогоняешь. Что не так?
Я тебя не достоин? Не такой идеальный, как этот твой робот? Довольно, выметайся! Пошел прочь! Иди, а что иди. В нем особенного, а? Чем он лучше? Оставь его! Давай, покажи себя! Маркус, не защищайся, слышишь меня? Не трогай его. Ну че застыл, ударь меня! Ты человек, а? Ну давай! Хватит! Че стоишь, зассал что ли? Хватит, Лео! Хватит! Ну что, боишься меня бить? Не обязательно это нужно делать. Ну да, конечно, я совсем забыл. Ты же робот, просто голимый кусок пластика. Нет, Лео, не трогай вот его. Что. Я тебя расхерачу, и останемся мы с папой. Я тебя расхерачу, и все будет насрать. И знаешь почему? Ты ничто. Слышишь меня? Пустое место! Карл, нет! Нет, Карл, нет. Люди... Хрупкие машины. Карл, не уходите. Карл, я прошу вас. Не надо. Помни, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Нет. 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 Папа. Нет. Не надо. Это твоя вина. Если бы не ты, ничего бы не было. Андроид, это был андроид. Ебать, тупарь. Андроид вызвал полицию, а этот мудак сказал то, что это андроид, и они выстрелили. Ай, тупые люди. Просто я поражаюсь тупости. Люди, блядь, просто... Гений, нахуй. Не знаю. В метро там был бы преступник. Забежал бы мент с пулеметом. Просто всех бы перехерачил. Гений. Просто. Скепсис. 58% завершено соломанный. Соломанный. Соломанный.